Привет. Привет. И я решила онлайн провести это мероприятие. А, да, пожалуйста, присаживайтесь. А? Все дела хорошо? Да, я неделю челленджу кофе еще не ела, но вчера случайно выпила какое-то вишневое пиво с каким-то клюквой, горячим напитком. Уже меня окрасило? Ну, вы сейчас еще немножко почистили, не переживайте, все будет в порядке. Знаете, наверное, сейчас я скоро уже отключусь. Короче, я пошла отбеливать зубы. Вот. Ну, да, да, я... Ага, да. Отлично. Ортодонт, да, я ортодонт. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Это не больно отбеливать зубы, да? Я сейчас вам все расскажу. Угу. Пожалуйста. Спасибо. Да, мы с вами сегодня будем делать кабинетное отбеливание лазерное. Всех отбеливания, она менее болезненна и менее вредна для эмали зубов. Поэтому в нашей клинике предпочитаем этот вид отбеливания. Uh-huh. Значит, про болезненность. Во время процедуры могут быть болезненные ощущения в виде небольших болевых таких прострелов. Для того, чтобы это избежать, мы вам можем предложить по медикации только таблеточку, да, это обезболивающее, которое через 20 минут начнет действовать, и она сгладит, если будут такие какие-то болезненные моменты. Ну давайте, нам нужно покушать. Да, сейчас нам дадут таблеточку. И во время процедуры мы будем периодически накладывать такие вещи гели и снимать их. Мы с вами будем в контакте, поэтому если будет супер какая-то чувствительность, мы можем всегда остановить процедуру и продолжить ее в другой день. Поэтому я думаю, что таких супер болевых ощущений не будет, но должна подозревать, что действительно какие-то болевые ощущения, они возможны во время процедуры и 3-4 дня после, потому что отбеливание, оно будет происходить не только в кабинете, но еще после. Поэтому после трогает белое диету, чтобы туда не попал никакой краситель. Ладно. Потом в дальнейшем мы с вами восстановим салон. Хорошо. Ну, вот сейчас мы начнем. Я скажу вам, будет больно или не будет больно. Отбеливание лазером, да? Да. Лазерное будет делать. Это холодный луч, который предназначает собой самое безболезненное вид отбеливания. А вот, так что я буду делать сам безболезненное отбеливание. Полосками не буду отбеливать, потому что хочу надолго эффект. Вот сейчас отбелю и все вам покажу. Запомните мои зубы, да? Сейчас увидим после. Вот. Начинаем. Отлично. Значит, смотрите, то как бы результат отбеливания. У всех индивидуальный. То есть мы с вами можем изменить цвет, конечно, в белую сторону, но точно так же, как мы выгораемся по-разному, да, там воспринимая там все красители. Поэтому какой получится результат, он не прогнозирует. То есть я четко не могу сказать, какой будет. То как бы результат отбеливания у всех индивидуальный. То есть мы с вами можем изменить цвет, конечно, в белую сторону, но точно так же, как мы выгораемся по-разному, да, там воспринимая там все красители. Поэтому какой получится результат, он не прогнозирует. То есть я четко не могу сказать, какой будет проверить. То, что он будет белее, это однозначно белее. Но гарантировать какой-то такой, что это будет супер-супер-супер белый цвет, нет. Если как бы захочется еще немножко добелить зубы, через 2 недели я вам домашнего, и тогда получится результат, какой мы с вами хотим. Значит, по поводу болевых ощущений я уже сказала. Таблеточку дали, да, Люди? Не надо. А, сейчас я... Спасибо. Метанов, нет аллергичного? А, нет, нет. Потому что у нас еще действует как раз через 20 секунд, а там мы с вами сейчас будем делать предварительный момент, в чем это будет заключаться. Мы сделаем сейчас еще чистить, чтобы убрать весь салют, и потом будем изолировать десны, потому что отбеливание – это перекись водорода, очень сильный процент. Чтобы на десны не попало, а ожогов никаких не было, мы должны сделать это с вами выделить. И дальше на свете светим, все делаем, процедура займется 10 часа 2. Хорошо, я готова. Если в туалет, то отлично. Все сказала. Значит, ну, общаться, да. Повторюсь, мы с вами будем. Поэтому, если что-то супер больно, я всегда могу остановить процедуру и все. Хорошо. Все будет хорошо. Ура. Ну, вроде бы, я основные моменты сказала, про болевые ощущения, про белую диету, про результат, что как бы у всех он непрогнозируемый. Ну, чаще всего люди довольны, потому что свежий, хороший, здоровый цвет эмали и красивая улыбка. Хорошо. За то, что вы ознакомились с этой процедурой, а на другой стороне нужно поставить подпись. На другой? Поставить.
курс ухода за зубами, чтобы предотвратить вот эту супер повышенную чувствительность. Это будет лак, паста. И расскажу, как ухожу. Хорошо. Надолго результат, спрашиваю? Обычно отбеливание длится год. Через полгода можно сделать до отбеливания домашнее, несколько дней поносить, либо капы, либо это. Но так в течение года держится эффект. Особенно у людей, кто не курит, не злоупотребляет кофе вот такими моментами. Так что у меня все будет хорошо. Да. Отлично. Ну все, начинаем? Да. Ну все, начинаем. Вот такие до. Сейчас увидим, где будет после. Удачи, спасибо большое, ребята. Цена 16, по-моему, да. Тысяч. Розничная.